Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездия». С 25 апреля Меркурий вновь встанет в прямое положение и начнет набирать свою привычную скорость. В связи с этим астрологическим событием тельцы почувствуют прилив силы и энергии, львов потянет на приключения и авантюры, козероги получат крупную сумму денег, а для водолеев откроются новые возможности для блестящей карьеры. А теперь подробнее об астрологическом прогнозе для каждого знака с 22 по 28 апреля. Овны могут быть неуверенными в себе и в своих отношениях. Будьте более открытыми и честными со своими близкими. Это хорошее время, чтобы обсудить свои чувства и любые возможные проблемы. 23 апреля – благоприятная дата для того, чтобы разобраться в запутанных личных делах. В профессиональных вопросах овнам следует быть более осторожными и внимательно проверять результаты своей работы. Точно так же стоит общаться и с коллегами. Возможны непредвиденные обстоятельства, поэтому важно быть готовым к изменениям и адаптироваться к новым ситуациям. На наступившей неделе тельцы почувствуют прилив силы и энергии. Вы будете полны вдохновения, появится желание начать что-то новое. Период будет насыщен событиями и пролетит так быстро, что вы и заметить не успеете. Не распыляйтесь, сосредоточьтесь на какой-то одной цели. Не отвлекайтесь на посторонние вещи. Свободное время старайтесь проводить в кругу друзей. Обязательно организуйте встречу с кем давно не виделись. На работе не стесняйтесь предлагать собственные идеи или обсуждать с начальством свой вариант действий. Также звезды рекомендуют обратить внимание на эмоциональное и физическое состояние. Поэтому постарайтесь найти время для спорта или прогулок. Для близнецов наступает весьма подходящее время для общения и заведения новых знакомств. Вам будет удивительно приятно и легко вступать в диалог как с новыми людьми, так и с близкими родственниками. Что касается карьеры, у вас появится возможность проявить свои творческие способности и получить заслуженную награду. Финансовые дела пойдут в гору, перед вами откроются новые возможности для увеличения капитала. Ракам удастся внести новые краски в отношения. Забота и внимание со стороны позволят лучше понять чувства близкого человека и укрепить ваш союз. Рабочие дела потребуют активности и организованности. Звезды советуют лучше составить план своих задач и неукоснительно следовать ему. Благодаря настойчивости и целеустремленности в четверг будет решен очень важный для вас вопрос. Отличительной особенностью этой недели будет нежелание львов доводить дела до конца. Даже самые педантичные люди будут стараться оставить что-то незавершенным, отложить или передать кому-то другому. Вам захочется лежать дома на диване, не думая о проблемах. Возможно, это будет правильным выходом. Порой нужно давать себе время на отдых. У Дев наступает очень удачный период, когда вы будете настроены дружелюбно по отношению к окружающему миру. И люди начнут отвечать вам взаимностью. Круг вашего общения возрастет, вы будете пользоваться большой популярностью. 24 и 25 апреля – благоприятные дни для участия в конкурсах. Симпатии большинства людей окажутся на вашей стороне. А если все же возникнут спорные вопросы, одна из знакомых женщин подскажет вам правильное решение, и вы выйдете из сложной ситуации победителем. Весам лучше отложить важные дела и провести время с близкими. Будьте внимательны к потребностям партнера и покажите свою преданность. Ключом к гармоничным отношениям станут уважительное общение и готовность понять любимого человека. Весы смогут продуктивно провести неделю, если не будут лениться и активно общаться, не отказываясь от сотрудничества. Постарайтесь творчески подойти к решению проблем и уделить им чуть больше времени, чем обычно. Скорпионы могут испытывать двойственные чувства по отношению ко вторым половинкам. Постарайтесь не допускать ссор и прийти к компромиссам во всех возможных разногласиях. На работе стоит быть более аккуратными и внимательными, даже при выполнении мелких и простых задач. Опасайтесь сомнительных сделок, тем более в экономической сфере. Будьте готовы к внезапным переменам в намерениях или планах.
Стрельцам важно оставаться уверенными в будущем и в своих собственных силах. Будьте открыты к новым событиям и изменениям в своей жизни. Важно найти равновесие между работой и собственной жизнью, чтобы сберечь гармонию и энергию. Будьте щедрыми на доброту и оставайтесь внимательными в отношениях с близкими и окружающими. На работе вам могут подкинуть дополнительные ответственные задачи. Будьте готовы к их выполнению. Козерогам важно проявить целеустремленность и ответственность. Не забывайте о балансе между работой и собственной жизнью. На этой неделе вы можете увидеть новые перспективы для карьерного роста или обогащения своих знаний. Идите им навстречу и предпринимайте все усилия, чтобы воспользоваться предоставленными шансами, которые обещают большую прибыль. 25 апреля – прекрасный день для кардинальной смены имиджа. Новый стиль пойдет на пользу внешнему виду и вашему настроению. Звезды советуют водолеям акцентировать свое внимание на умственном и духовном развитии. На работе вас, скорее всего, будут ждать новые задачи, которые потребуют проявления ваших творческих способностей и умственных возможностей. 27 апреля ожидайте очень важный телефонный звонок, который принесет с собой приятные перемены. Рыбам стоит уделить внимание близким людям. У одиноких представителей этого знака зодиака могут появиться новые романтические знакомства или возможности для восстановления старых отношений. На работе рыбы имеют все шансы на повышение. Что касается финансов, нужно очень аккуратно тратить средства. Планируйте свои финансовые действия и избегайте рискованных инвестиций. Смотрите наш еженедельный астрологический прогноз, чтобы ловко преодолевать все преграды и прийти к желанным целям. С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч и будьте счастливы!